также приветствую всех своих подписчиков, а также всех зрителей, которые заходят на мой канал. Сегодня я вам сейчас покажу такое замечательное платьице на ребенка 1,5-2 года. Мы его с вами вместе вязали. Мастер-класс я давала от начала вязания до конца. С первой петли и до последней. Обратите внимание, здесь связано крючком, идет круглая кокетка, затем край кокетки обработана другим узором. Тут идут в основном полустолбики, я вязала. Потом переходила на столбики. Через 3 столбика я делала как бы пропуск для дырочек вот таких. Но там все описано в мастер-классах. Вы можете посмотреть подробно. А потом уже вот таким эти узоры. Вот такой узор. И этот узор данные в уроках. Можете посмотреть там, где узоры крючком. Очень несложный. В основу я этот узор почему положила, потому что он несложный в вязании, но в то же время он хорошо держит платье, низ не закручивается, и в то же время он хорошо смотрится. Вязала я сверха, вы посмотрите, от кокетки. Потом переходила вот здесь вот столбики, типа как после кокетки я делала как такой вот, как поясочек. Начинала вязать вот отсюда. То есть провязала сначала кокетку с этими, со всеми воланчиками. А потом уже отсюда уже начинала от столбика вот от этих снизу вязала, как поясочек такой. И дальше основным узором вязала. Вот, смотрите. В уроках там очень все подробно рассказано в мастер-классе. Так, посмотрите, конечно. Кого заинтересовала данная платьица, это я вязала на 1,5-2 года. Если ребенок худенький и не очень высокий, подойдет и на больший возраст. А так можно очень платье универсальное. Его можно носить и на до большего времени, чем 1,5-2 года. Здесь можно низ потом довязать, какую-то оборочку здесь сделать, или здесь кому сделать, если, допустим, не будет таких ниток. В общем, можно достаточно много вариантов придумать и это сделать. Так, я вот еще вам покажу его.
Сейчас с обратной стороны посмотрите. Вот я перевернула платье с обратной стороны. Можете посмотреть. Я хоть и на кокетке, и здесь объем как бы такой вот по шее, окружность шеи 35 сантиметров я делала. Но в то же время я все равно сделала здесь разрезик. Вот смотрите, вязала отдельно тут. Тоже описано. И вот пуговичку такую пришила, чтобы ребенок не нервничал, когда одевает, чтобы было совсем как бы при одевании свободно было. Поэтому я решила так сделать. Оно получается вот как капелька здесь, видите? Вот, вот так. Видите, как хорошо выходит. Так. Платье, конечно, очень так оно как бы просвечивается, но чтобы платье внизу, вверху я не делала чехольчик. А внизу я сделала, вот посмотрите, вот такой чехольчик. Это шифон плотный. Я набрала такой, он качественный, натуральный, чтобы ребенку было удобно, чтобы оно не кололо, не чесалось тело. И вот я сделала. И вот теперь оно как бы и не просвечивается, видите? Вот, вот так будет. Вот. И закрепила здесь, смотрите, что я сделала. Вот ниточкой такой. Вот. Я закрепила этот чехольчик, чтобы оно, и на этой стороне точно так, чтобы когда платье одевать, чтобы сам по себе чехол не отходил от платья, как бы придерживал. Вот видите, немножко. А почему я сделала на такой вот ниточке, как цепочка, чтобы оно могло двигаться, свободное движение чехла и платья. Не тянуло друг друга, чтобы. Сейчас я вам покажу с изнанки. Вот данное платьице показываю с изнанки. Смотрите, как тут все аккуратно, что на лице, что на изнанке. Никаких нету изъяна. Видите? Вот, теперь я показываю вам, как я. Вот смотрите, как я пришивала чехол, как подъюбник внизу. Я его не по всему платью так пришивала, а вот отсюда. Эту часть, вот где я вам показывала, там как поясок вроде бы я с лицевой стороны связала столбиками с накидом. Я вот сюда пришила, вот видите, я вам поближе покажу, пришила вот такую ажурную, как кружевную резинку. Она очень хорошо тянется. Эта резинка растягивается. Это специальная резинка, которая тянется. Вот я ее пришила. Потом на эту резинку я пришила уже вот такой, видите, подъюбничек получился. Подъюбник очень качественный, мягкий, нежный, натуральный, как чтобы для ребенка было, я вам говорила, чтобы не кусала, не как бы это, чтобы хорошо себя, комфортно для тела и для здоровья было хорошо для малыша. Вот.
Вот такой у нас это с изнанки. Изнаночная сторона платья. Вот, я сделала этот подъюбничек покороче. Вот, видите? Так. Сейчас я вам переверну. Это изнаночная сторона со спинки. Тоже тут все тоже аккуратненько. Изделие, когда вяжете, обязательно должно быть, что с лица, что с изнанки, очень аккуратно, качественно. Вот, это, что я вам говорила, такая вот резинка кружевная. И она очень нежная, такая мягко тянется. Не то, что обычной резинки, а это такая тянется очень-очень нежно. Все, это наш подъюбничек. Все, достаточно посмотрели. Вот я еще вам даю его, это платье крупным планом. Кого это платьице заинтересовало? А я думаю, такое платье не может не заинтересовать. Пожалуйста, смотрите мои уроки, мастер-класс. Вдруг что-то непонятно, обращайтесь, я всегда подскажу. Так. Надеюсь, вы тоже такое сможете связать платьице. Так, я думаю, все тут понятно. Все, спасибо вам большое, что вы посещаете мой канал, интересуетесь моими работами. Благодарю за внимание. Подписывайтесь. С нетерпением буду ждать. Всего доброго. До свидания.